Добрый день, братья и сестры! Это проект «В православии» и с вами священник Антоний Русакевич, председатель миссионерского отдела Тверской епархии. Очень часто люди задают вопрос, в чем опасность йоги, почему нельзя православному человеку ей заниматься. Дело в том, что большинство учений о йоге берут свое начало в каких-то религиозных течениях Востока. И не бывает такого, чтобы там не было какого-то эзотерического смысла. Опасность йоги в том, что человек не только делает какие-то физические упражнения, но прибегает к медитации, которая всегда человека отводит от Бога. Если мы с вами молимся, то мы обращаемся к Богу. И любой православный человек стремится стать ближе к Богу и уподобиться Богу. Когда же мы с вами прибегаем к медитации, то человек или пытается сконцентрироваться на себе, это гордость, или пытается обращаться к каким-то невидимым силам Вселенной, природы. Но мы знаем, что если мы обращаемся не к Богу, то мы обращаемся к дьяволу и его бесовским силам. Кто-то может называть это какими-то сущностями, использовать другие термины, но сути это не меняет. Для церкви здесь нет ничего нового, и святые много раз рассказывали о опасности общения с какими-то сущностями, которые могут на нас влиять. И человек неподготовленный, который не понимает этого, может погубить свою душу и даже навредить своей психике. Несколько раз я уже записывал ролики на эту тему и на трансляциях обращался к этой теме. И люди пишут свои отзывы о том, что иногда занятия йогой приводили их к психическим расстройствам. Поэтому это не просто какие-то безобидные занятия спортом. Если вы хотите заниматься спортом, как люди иногда говорят, а можно ли просто делать упражнения? Можно, делайте упражнения, но не надо их брать из йоги. Почитайте о занятиях физкультурой, другими видами спорта, которые можно применять и в домашних условиях. То есть речь о поддержании своей физической формы, а не участие в каких-то соревнованиях. И это не будет являться грехом. Но если мы с вами под видом занятий физкультурой вкладываем какой-то эзотерический смысл, который нас уводит от Бога, конечно, для православного человека это является грехом. И если мы не видим ничего страшного в занятиях йогой, то это просто говорит о том, что мы плохо разбираемся в этом вопросе, а богословски мы вообще не понимаем того, что происходит с нашей душой в этот момент. Всем желаю, братья и сестры, Божьей помощи и надеюсь, что наша вера в Бога будет осознанной, чтобы мы больше задавали вопросов и всегда понимали, что и зачем мы делаем. Спаси Господи!